Все в порядке? Мэри на охране. Мэри охраняется. Все-таки. Ух. Тут периметр. По периметру. Доброе утро. Ну, у нас утро. Кстати, 6 часов утра. Тайсон. Мэри пошла к Тайсону. Мэри, ты в гости? Народ гуляет, отдыхает. Вот столько автомобилей вчера, танцы, дискотека была. Молодежь гуляет. Очень весело, смотрите, сколько людей. Сколько автомобилей, столько людей. Это все гуляет. И, кстати, я знаю, этот ролик будет позже намного, но сегодня 2 мая. С Пасхой вас, с праздником светлым, святым. Мира всем, добра, здоровья. Ну и смотрите Журавлевых. В общем, класс. Вчера маевка. Это мы на Дарье, база отдыха. Дарья. Красный лиман, ну вернее уже просто лиман. И вот такая здесь, смотрите, какая погода. Какая здесь тишина. Сейчас кофе попью. И пойдем на водоем. Слышите колокола? Это Щурова церковь. Слышите? Кстати, очень много автомобилей уехали в церковь. Людей, ну, было больше автомобилей. Под каждым домиком стоял автомобиль. И возле нашего вот здесь 2 стояло. И люди уехали в церковь. Это люкс 1, люкс 2. Ну так, большие дома. Тут с одной стороны 2 входа, с другой здесь 2 входа, с той стороны 2 входа. В общем, все занято здесь. Все люксы, все. Обычные номера. Я в прошлом видео показывал, как мы ехали, как приехали, какой у нас номер, что мы сделали. В общем, вот там Щурова церковь, а вот там Голубое озеро. Мы чуть позже еще с вами сходим. Вон Мэри, смотрите, как с Тайсоном гуляет. А ты же. Ай-яй-яй. Вот так перед мальчиком. Тайсон, это мальчик. Такса. Сейчас я вам покажу. Она с ним знакома еще с прошлого года. Вот она. Мэри, ты с Тайсоном гуляешь? Да, колокола. Пасха светят. Мэри, где Тайсон? А где Тайсон? Вот Тайсон. Тайсон. Как она с ним гуляет, Свет? Тайсон пришел в гости. Доброе утро. Христос воскрес. Христос воскрес. Точно. Сегодня же Христос воскрес, говорят. Христос воскрес. Так. Давай. Трижды надо. Я вас всех целую, друзья. Трижды причем. О. Вот так. Рысью скачет. Мэри. Тайсон. Смотрите, как она. Вот так. И хвостиком. А, и женишок. Она у нас, кстати, девочка. Мы не случали ее и не собираемся. Ну, Йорки вообще тяжело переносят роды и все остальное. Так мы за нее переживаем, поэтому она у нас девочка-девочка, да, Мрюш? В общем, пьем кофе. Ну, а дальше будет видно, посмотрю. Вот, друзья, только что посмотрел на канале Мишка Журавлев, кладоискатель, 90 тысяч подписчиков. Ссылочку оставлю под этим видео. Так, все, разговляемся. Смотрите, какие пончики мы в первом видео показали. Пасхальные. Пасхальные пончики. Как ехали сюда, я показал, в принципе, в коробочке. Ну, вот такой у нас сегодня завтрак. Будем разговляться, да? Яичко. Давай, давай, кто выиграет? Мих, бери, кто выиграет. Давай. Давай. Сидит. Скажите, все так делают, да? Если кто-то не делал, жопку. Давай жопку, жопку. Опа. А, я выиграл. Так, а мама, жопку, жопку давай, жопку. Вот так. Я выиграл. Мама выиграла. Короче, давай, теперь острым, давай. Опять я выиграл. Мама, ну, острая давай. О, я чемпион. Почти. Почти.
Да, мама только меня победила. В общем, друзья, со светлым праздником, с Пасхой. Да, Александровна, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес, Миша. Воистину воскрес. Все, разговляемся. Марюша и Марюша, он тоже. Вчерашний шашлычок. Я какой. Да. Где, покажи. Мишка бабочку нашел. Сейчас поймаем. Ты не так, надо ее так за крылышки аккуратно. О, все, улетела бабочка твоя. Не-не-не. Чего не-не-не? Сейчас где-то сядет. Ну пусть, вот она. Вот так за... Ну все, Миш, не ладно, не трогай, пусть летает. В общем, друзья, смотрите. В прошлый раз рыбачили вот там, возле камышей. А в этот раз вышли вот здесь. Почему здесь вышли? Смотрите, я босиком хожу. Совершенно нет этих колючек, которые были в прошлый раз, в прошлое видео на рыбалке. Взяли мы удочки, сейчас будем расставлять. Вот, посидели, разовелись после пасочки и решили на рыбалочку. Ну а как же, какая тишина, сегодня совсем нет ветра. Красиво, согласитесь со мной, 2 мая сегодня, Пасха. Еще раз праздником. Я думаю, что лишний раз поздравить никого не будет. Никому не навредит. В общем, Голубое озеро, база отдыха Дарья. Вон Мишка Журавлев ходит, бабочку ловит. Светлана Александровна сейчас со стола уберет и с мэрии придет. Я удочки вынес и будем вот здесь ставить. Все, рыбачим. Смотрите, я зонт поставил, кресло, все здесь расположились, чтобы вы знали. А Мишка до сих пор бабочку-то ловит. Гоняет ее уже минут 10, наверное. Все, слабо, да, Мих? Вот она. А ты сам попробуй. Без сачка, давай. Слышь, ну ты уже настойчивый. Смотрите, друзья, я уже разделся полностью. Класс, погода. Просто, вон, Миха разделся, да. Загораем, отдыхаем. Погодка чудесная. Сейчас покажу быстренько монтаж. Сейчас действует у нас в Украине, там, в принципе, везде нерестовый запрет. И можно ловить один человек и одна удочка с одним крючком. Неважно, это донка или поплавок. Вот у меня, видите, один крючок и больше ничего. Правил мы не нарушаем. Светлана Александровна пришла. Мэри пришла. Вчера Мэри не приходила, колючек было много. Сегодня Мэри с нами. У Мишки там колючка. Александровна, ты пришла? Да. Говорит, купаться буду. Я не разрешаю. Мэри, надо, слышь, у нее давай сними, пусть загорает тоже. Здесь жарко здесь будет сейчас. Свет. В общем, все. Не затягиваем. Ставлю удочки, потом включусь. Что ты хэкаешь? Жарко уже. Мэри немножко окунулась. Питак свой. Ничего, осыпется. Мэри, покажи мордочку. Мокрая морда. Жарко, девки. Та-да. А народ купается. День. Все. Сезон открыт. Да еще вчера купался народ. Да, Александровна? Да. В общем, друзья, сидим. Ну, минут 15 как прошло. Ни одной поклевочки, походу. И сегодня тишина. Ну, как обычно, клюет, знаете. Либо завтра, либо вчера. А вчера, кстати, тоже не клевало. Да, Михон? Угу. О, ну, а народ уже полным ходом. О! Вот так, красавца. А ну стой! Oh.
А что делать, если не клюет, да? Хороша водица. Ага, очень. Заходи. Чего ты? Заходи, вода хорошая. Да тебе, ну все. Сезон открыт. Вода, конечно, еще холодная. Однозначно. Мишка окунулся и вылез. Больше, говорит, не хочу. Но смотрите, какая чистая водичка. Сегодня Пасха. Православный праздник. Класс. Лиман, Голубые озера. Вон оно, Малибу. А это база отдыха Дарья. Класс. Но рыба как не клевала, так не клюет. Наверное, уже больше часа прошло. Да, не больше часа. Минут 40. Ну, в общем, как-то так. Александровна, будешь заходить? Не, Светочка не будет. Иди, а Мэри вон. Мэрюша там вырыла себе. Не будем ее купать, правда, вода холодная. Детвора он плещется, по колено заходит. Вон тоже рыбаки идут. Нет. А вот она, Мэри, встречает. Вот так она встречает. Ав! Ай-яй! Чихает. Кто там? Да у нас охрана, никто не пройдет. Вот такую собачку куда-нибудь в двор, во двор. Никого не запустит. По крайней мере, звоночек капитальный. Ох и Мэри. Иди сюда, Мэри. Встречает, катер встречает. Друзья, рыбы нет от слова абсолютно, даже ни разу не клюнула. Зато посмотрите, сколько людей. Палатки уже, эти беседки уже все, вот одна свободная, вторая, остальные все заняты. Машин сколько приехало, сколько там еще столиков. Смотрите, люди, сегодня 2 мая, все гуляют, отмечают Пасху. Смотрите, сколько людей. Как все-таки хорошо, когда есть биотуалет. Считайте, полулюкс у нас. Только ванной нету, душевой. Вот такая кровать шикардосная. О, Миха, жарко? Жарко, в общем. Друзья, пришли мы уже в пляже. Время без 10:12. И, наверное, все-таки отдохнем. Все, в общем, смотрите, какая здесь, я уже показывал, какая здесь шикарная кровать. Ортопедический матрас. Большая-большая такая, из чистого дерева. Вот такого. Красота. Вот он, наш туалет. Вот Александровна мне компотика несет, холодного. О,
Держи. Спасибо. Компот, конечно, Света делает на славу. Это она фрукты, ягоды замораживает. Сама собирает у бабушки на огороде. Замораживает. У нас морозилка есть отдельная, большая. А потом круглый год настоящие компоты. Почти каждый день. Ой. В общем, все, друзья. Рыбы нет, но вы держитесь. Ну, в принципе, оскомы сбили, и то хорошо. Отдыхаем. Сейчас отдохнем и продолжим. Вы, смотрите, не переключайтесь, потому что еще у нас по плану насыщенный вечер. Фух, даже заговариваться стал. Просто устал, жарко. Друзья, все еще не ложусь отдохнуть. Света все-таки предложила мне. Я еще не пробовал. Вот такие. Как ты говоришь, называется, Свет? Пончики. Вкусные. Мы вместо пасок в этом году. В общем, сейчас попробую. А что это внутри? Карамельный крем. Это для меня делали пончик с белым кремом. Сейчас я тебе дам еще. Ну, попробую такой. Должен быть карамельный. Вкусно? Очень. Короче, видать, вкусный забрала у меня. Угу. Дала другой. Вот эти яички, это чистый шоколад. Это на заказ делали. Сколько стоит вот это? Сколько ты штук брала? Ну, в этой коробочке 5 штук. 5 штучек 150 гривен. Ну, Настя, нам текло. Здесь внутри вот так. А, тоже такой белый. Шоколадные были с карамельным кремом, а это со сливочным. В общем, сейчас покушаем. Настя, лайк. Очень вкусно. Да, это у нас в городе девочка печет. Уже покушаем и окончательно, остаточно догаем его спаты, да? Здравствуйте. Вы что тут, на релаксе? Да. Мирюш, ты что, грейся. Мэри загорает, смотрите. Детвора, молодежь отсюда уже разъехалась. Нет машин, совсем другие люди уже стоят. Смотрите, сколько людей. Это просто вот там в беседках машин. Просто ужас, так много. Все занято. Полностью все занято. Обещали дождь, но пока классная погода. Так что будем надеяться, не будет. Все, мы уже отдохнули. И у нас продолжается день. Время 2 часа дня. Оп, сумочка, холодильник. Взяли ВТБ аж за 100 гривен. Где это водичка? Вот это? Давай водичку туда. Оп, все, больше ничего? Хватит? Угу. Все, ничего. Давай. Все, и вот тут даже кармашек есть. Сейчас мы деньги. У нас проблема случилась, прикиньте. Забыл я наличные деньги дома. Просто забыл. И причем кинулся только сейчас, вот уже вторая половина дня идет, второго. Спасибо девчонке с Покровска, здесь рядом с нами отдыхают. Привет Покровску. Пошел к ним, попросился, на карту перевел 200 гривен, 200 гривен дали. А то сейчас идем, даже не знаем, сколько стоит лодка, чтобы арендовать. Ну хотя бы 200 гривен возьмем, но я не думаю, что 200, конечно. В общем, пойдемте сейчас посмотрим. Да, Светлана Александровна? Угу. Как хочет. Мэри, поделишься с нами на лодочке? Все, Мишенька, пошли. Сумочку. Ты сумочку берешь? Бери ты сумку. Только
кепочку одевай, потому что там солнце, чтобы тебе не напекло в головку. На. О, все. И маме панаму. Да, мам? Панама тебе надо? Да. Мама все ест. Пишут. Похудела, похудела. На диете. Все. Все хавает, ходит. Все жует. Режим не нарушал. Режим не нарушала. Да, похудела немножко. Ну, огород, да и вообще, наш, у меня дюймовочка. Мы такие, знаете, то плюс килограмм-два, то минус. У меня еще больше может быть. Я сейчас поправился, такой хороший, за зиму. Лето настанет, буду худее, конечно. Всегда так, причем, не каждый раз. Так, все? Поехали. 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 Все, пойдемте с нами. Скорее лето. Ну, сегодня просто солнечная погода, правда. Да, вот здесь, кстати, умывальник, кухня. Здесь. И вот смотрите, сколько людей. Просто неимоверно. А это там лодочка. Сейчас возьмем. Арендуем. Вот оттуда мы идем, вот только зашли, Мирюша. И вот здесь можно взять в аренду и катамаран, и лодочку поплавать. Сейчас мы договоримся. Тань, что-то я не вижу. А Иры нет? Да хотели лодку взять, а что, нема свободных, да? Да, лодок нет. Вот это да. Нету, да? Вот так. Нету лодок свободных. Мэри, ты чего? Вот это мы прокатились. Да. Ага. Блин, обидно. То есть песик вот в будочке тоже охраняет. Вот. Вот здесь вот мы рыба. Сегодня удочки стояли у нас, чтобы вы знали, ориентировались. Во. И вот он этот пляж. Вот они, дом, эти самые беседки там. Все занято. Тоже рыбаки сидят. Не знаю, клюет, не клюет, но у нас сегодня не клевало. Просто-напросто тишина. Ни одной поклевки. Так, ну что делаем? Ну, Миха, сбегайтесь, что узнает, да? Все. А сколько стоит аренда? Я не знаю, то Вера. А, то сырой, да? Понял. Да ну что, ну пошли, не будем. Они вон туда плывут только, Свет. Они не сюда. В общем, ладно, пойдем мы. Пошлите в номер. Там посидим. Мишка потом сбегает, узнает. Да? Нет. Пошли вот так пройдем мимо беседок. Я поснимаю, покажу, сколько людей. Ну что, занято, братуха? Да, конечно, особенно. Чуть попозже, да? Да. Мэри сейчас водички похлебает. Мэри, да. Пей. Вот здесь у нас удочки были. Утром мы лежали отдыхали. На берегу посидим. На песке. Ну, хоть, давай посидим. Так они туда плывут. Свет. Ну, они, может, еще час будут плавать. Не, ну, я просто предложила. Говорю, давайте посидим у воды, если хотите. Хорошо. Ну, давайте. Оп. Мэри бегает. Пошла водичку пить за Лобового озера. Очень красивая. Вообще Донбасс. Красивые у нас здесь места такие. Лиман, Щурово. Вот это Щурово с той стороны.
уже купается полным входом. Да, и мы сегодня купались. Прям так приятненько было. Ну, вода, скажем так, некомфортная, купание обжигающее, но окунуться... Ну, прям так... Да, приятно. Ну, на том берегу люди тоже отдыхают. Завтра будем купаться, да? И Мишка купался. Тут берег тоже хорошо. И там можно с палатками. Это там Щурова с той стороны, как я уже сказал. Марюша бегает. Иди сюда. Ты где была? Воду пила. Так вот, с той стороны тоже. Там дикарями останавливаются. И машины там стоят. Вот там, вам, наверное, не видно, но там видно, машины стоят, отдыхают люди. И там очень много отдыхают дикарями. Палатки прям стоят. Это. Ну, чем нам там не нравится с той стороны? Вот эти спуски большие. Вот спуск. Крутые, да. И... Причем это везде. Вот так выйти к воде, как вот здесь, например. Нет, там Миш тоже. Оно везде так. Там меньше. Там просто меньше, да. Он. Полным ходом народ купается уже. Так вот. Очень много там отдыхающих, дикарями. И палатки, и шатры, и все там есть. Но, как я уже сказал, там очень крутой полог. Потому что, ну так вот выйти к берегу, да. Ну что-то забыли. Или с рыбалкой, с этими удочками тащиться. Это просто немыслимо. Какой там... крутой спуск или крутой подъем. Поэтому комфортнее намного с этой стороны отдыхать. Можно вот там стать дикарями. Вот это Дарья, дальше Малибу пляж. Кстати, вот здесь вот есть кемпинг, мы тоже отдыхали за Дарьей сразу. Называется налево. Ну, так, по крайней мере, нам хозяин кемпинга сказал. Может, еще не было другого. Может, уже другое название. Но есть, мы отдыхали там, и шатер ставили, палатки там. Есть видео на канале. И номер телефона там можно увидеть, когда заезжаешь. Вот, так вот, кемпинг, дальше идет Малибу, а дальше просто-напросто ничего. Вот с этой стороны, там тоже пляжи, есть дикие пляжи, и там можно отдохнуть, ну, тоже ставить палатку, я видел, как-то ставили там. Там более-менее такой пологий спуск. Там сейчас, я вижу, машины. Не, там машины, там просто, ну, я имею в виду, сейчас же палаток еще нет, еще так себе прохладно, в принципе. Вон, наша лодочка плывет, у них одна лодка почему-то. Катамаранов много, видите. Да, может куда-то, да. И вот они плавают, сейчас поплавают, приплывут, и мы тоже поплывем. Аренду не знаю, сколько еще нету хозяйки. Ну, спросим потом, узнаем, я вам скажу. А так, смотрите, какая красота здесь, это просто умиление. Природа у нас здесь, да, чудесная. И вот сколько смотришь роликов, показывают там, все равно, кажется, у нас намного лучше. Не, ну правда, я люблю смотреть такие ролики. Люди отдыхают, дикарями отдыхают, тоже у них кемпинги. Ну, то как начнут себе место, то машины не могут проехать. Я сколько роликов смотрел. То глубоко в лес, то еще что-то, какие-то. А здесь трудности, вот, да? Да, трудности. А здесь, пожалуйста, автомобилем. Почва везде песочная такая. Ни дождь, ни грязь, ни страшны. Любая машина проедет. Ну, я имею в виду по накатанной дороге. Конечно, если в лес сунуться, там застрянет. Там только на внедорожниках можно проехать, а так. Ну, вот наш бус, по крайней мере, мы еще нигде не застряли, не встряли в любую погоду. Здесь есть выезд, можно нормально выехать. Вот поэтому нам здесь и нравится. Ну, как может такая красота не нравится? Это даже еще не лето. А летом здесь людей. И с той стороны очень много. Очень много. Вот там где-то музыка звучит, и причем, знаете, так, там музыка, там, и все стараются погромче. Да. Полюбуйтесь нашим голубым озером. Это, кстати, одно из озер. Вот это озеро. Есть сзади, со стороны сказки озера, там база отдыха. Вот когда едешь, поворачиваешь, проезжаешь лиман, потом поворачиваешь уже в самом конце, налево вот это озеро получается, сюда Малибу, Дарья, Ривьера, а направо поворачиваешь, там сказка озера, ну такой комплекс, там много баз, и Большая Медведица база, и Четыре Сезона, ну в общем там много, много баз, и вот направо получается одно озеро, да, Ибица Бич, там бесплатный пляж абсолютно. Сказка озера, я не знаю, платный, не платный, сколько, да. И вот на том озере баз много. Аквилон база, потом Кокос, этот бесплатный городской пляж. Это все то озеро, это другое озеро. А третье озеро, помнишь, мы ездили, скажи, где?
Ну да, немножко дальше. Тут три озера таких. Да. Ну то озеро третье совсем маленькое. Оно небольшое, там одна только база отдыха такая есть. Ну, ну там даже не база отдыха, а такой, как типа пляж. Платный пляж. Да, просто заезжаешь, оборудование, там беседки, шатры. Под Ямполем, да? Да, под Ямполем. Там тоже есть третье озеро. Вот их всего три здесь. Ну, по крайней мере, мы знаем три. Но нам нравится всегда вот это. Вот это или вот то, которое на сказке озера. Ну, сзади нас, которое. Здесь просто чудесно. Здесь тоже очень много баз. Выбирай, не хочу. Есть и платные пляжи, есть и бесплатные пляжи. Вот Малибу платный пляж. По-моему, 80 гривен с машины. Ну, сколько бы человек не заехал. Там 5, 3. Ну, один репешок. Кстати, вот там, где вот там мы ловили в прошлом видео, вот там, где вот люди рыбу ловят, тоже мы там стояли, там репехов меренно-немеренно, там очень. А здесь вот, именно на самом пляже, и вот здесь, с этой стороны, вообще репехов нет. То есть комфортно. А вон Ира плывет на лодке. Может, мы у нее лодку возьмем, я не знаю. Сейчас узнаем, вот хозяйка плывет, сейчас мы спросим. И за эту лодку спросим. Да, вообще. Какая чудесная. Полюбуйтесь. А мы возьмем лодку, которая педалью управляется. Это катамаран. Нет, Миш, на ней неудобно. Мы втроем на ней не поедем, во-первых. И Мэри неудобно. Надо обычную лодку взять и все. И будет хорошо. А, она за катамараном плавала. Пойдем, спросим. Сейчас мы сходим, узнаем. Оп. Может, ту лодку и возьмем, на которой она гребет. Катамаран какой-то она. Сюда, видать, поломался, не знаю. Буксирует. Где Мэрюша наша? Ну все, Мэри потерялась. Мэри! А ну зайди вот там за бугор, ну вот за лестницу. Да с сумкой иди, что ты? Ну это ж надо, только ж была здесь. Вот где она? Мэричка! Мэри! А может и ушла, она такая звездень. Ну, что вы думаете, потеряли Мэри? Ну она вот тут, знаете, дама такая бывает с причудами. Пошла себе телепать. А, она уже в номер пошла, Миш! Понял? Все, Мэри пошла, видать, это на базу. В номер пошла. Она такая, она, говорю, девка. Что-то не нравится. Пошла. Да никуда не денется. Я думаю, все будет нормально. Сейчас мы узнаем за лодочку. Ветерок такой поднялся. Слышь, некомфортно будет с таким ветром на лодке плавать вообще-то. Ну ладно. Еще Мэри загуляла. А, нет, такой нет. А мы сейчас... Ира, у вас вот одна лодка, да? А сколько стоит? Ага. Ага, все, я понял. Ну, давай подождем сейчас, Мэри. В общем, аренда лодки 100 гривен в час. Ну, не знаю, дорого-недорого, судите сами. Это примерно сколько? Да я даже не знаю. $3, наверное. Чуть больше $3. Ну, зачем 100 гривен? Так, пойду посмотрю. Слышь, пойду посмотрю Мэри. Да, оставайся, я пойду поищу ее. И покажу вам, смотрите, сколько еще людей здесь. Сейчас мы Мэри будем искать. Звезда. Как она так? Ну, бывает у нее. Это редко, конечно, бывает. Но бывает. Только раз и дернул. Смотрите, сколько людей. Все беседки заняты. Вот мне, в принципе, одна свободна. Но машин немерено. И вот как хорошо все равно. Вот он пляжик. И совсем небольшой подъем. И все, вот уже зона. А с той стороны, конечно, уклон большой. Так, ладно, сейчас Мэри найдем. Вот она, Миша. Где она была, Миш?
возле домика. Все, посмотрите за ней, я пойду узнаю, там рыбаков клюет, не клюет. Спросим. Лодка что-то должна была приплыть, а она все уплывает и уплывает. Ну ладно, пойдемте узнаем. Может, мы такие рыбаки, что у нас не клюет, а люди ловят. Сейчас узнаем. Люди у нас же играют в волейбол, сетка натянута, импровизированная такая. Отдыхают, загорают, гуляют. Людей много. Сейчас узнаем. Рыба есть? Нет, не клюет тоже. Узнал. Говорит, мае ловиться рыба не будет. Ну, не знаю. Может и так. В общем, не клюет тоже. Так что не в рыбаках, не во мне дело. Тоже не клюет. Так, пойдемте. Ты вот куда бегала, скажи? Иди сюда. Куда ты опять собралась? Жарко, иди попей водички. Ну, вот представляете? Вообще редко такое бывает, правда. Иди воды попей, иди. На, Варюшка, иди сюда. Иди попей воды, хэкаешь. А, да? Жарко ей, смотри. Пила, говорят. Так. Свет, ну будем ждать. Смотри, где она. Ее уже и не видно, они уплыли. Пошли домой. Да, или попозже, или... А может, давай завтра уже, Миш, на 2 часа возьмем. Там можно и с утречка. Все, воду пьет. Пей. Домой пойдем. Мэри за Голубого озера хлебает. Лапы мочит. Жарко, девки. Сейчас мы немножко вот так вот. Раз. Раз. Чуть-чуть остудим. Мариуш. Все, пойдемте домой, правда. Свет, ну, смотрите, смотрите, где лодка уже. Ее и не видно. Она уже под тем берегом. Это ждать ее и не дождаться. Мы завтра с утра. Завтра с утра, да, Миш? Все. Мы завтра с утра на целый... Там на 2 часа, как возьмем и поплывем. Скажи. Все. Шашлык можем пойдем жарить? Пойдем. Пойдемте жарить шашлык, лодки нет. Пошли. Беглеца зови. Беглец. Мэри, пойдем. Вот смотрите, друзья, это правда. У нас ВТБ. Вот такая сумка. Абсолютно легенькая, небольшая. 100 гривен стоит. Кстати, как раз столько же, сколько час на лодке покататься. Ледяная вода. Вот такая тоже. Там же купили ВТБ. Вода ледяная. Просто замороженная. Мих, получается? А где Мэри? Вот она. А, у тебя? Я уже спрашиваю. Вот она. Звезда. Так, поставили мы зонтик. Мэри! Понты. Охраняю, да. Поставили мы зонтик, потому что такое солнце на наш столик печет. Неимоверное. Просто летнее. Миха сейчас распалит и будем шашлычок. Вчера мы поделились. Света сказала, что вчера весь не нужно. Полочка тоже. Видите, какой у нас столик, тумба. Я во втором видео показывал. О! Кто-то не видел, какая у нас красота. Опа! Для кемпинга. Стол-тумба. Не помню. 1000 гривен, по-моему, она стоит. Что-то такое, да. Ну, около 30 долларов, если в долларах. Может, чуть больше. Она разборная, походная. Короче, класс. Столешница такая. И отлично. Так, все, не отвлекаемся. Сейчас будем шашлычок делать. 24, да? Ну, это так. А на солнце все 30, наверное, то и больше. А сегодня дождь прошел? Не было сегодня дождя. Должен быть сегодня. Вот так и доверяй. Фейкометом. Гидромедцентр, полный фейкомет. Александровна, что-то рубает? А во вторник будет 14. А во вторник мы уже уедем. Мы еще сегодня и завтра еще будем здесь. Все нормально, отдыхаем. Жарко, невозможно. Мяско. Кайф. Я, конечно, дико извиняюсь, что я тут вот сегодня отменил. Приспал на время. Да ничего, понятно, что я тут.
оставляешь, чтобы потом до нее не дотронуться. Так, смотрите, еще картошку сюда положил, потому что шашлык уже готов, кашу разогрели, и жара много, и картошечку сейчас спечем. О, на пробу уже взяли один шампурик, теперь еще вот так. Кайф? Кайфули. Кайфули. А дайте соли. Соли сейчас дадим. В общем, мы садим кушать. Уже встретимся, покушаем, потом вечером уже увидимся. Мэри мясом подавилась. Все. С праздником всех. С праздничком, да? С праздником. Ну, наливай. Вот здесь тели, Миш. Куда ты понес? Вот, вот тут где-нибудь, вот, вот тут на песочке, вот тут даст тебе. О, фух, друзья, не поверите, время у нас 20:06, мы вышли на рыбалку снова, посидели, поужинали, ну, не хочется просто так сидеть, отдыхать, хочется так с пользой, с настроением, да, Мишка? Вот, и нам посоветовали, мы рыбачили вот там, сейчас я вам покажу, вам станет понятно. Вот они, катамараны, лодки. Мы с той стороны рыбачили. А нам сказали, идите на эту сторону. Здесь есть такая лавочка. Вот. Сейчас мы здесь поселили. Не брали ни кресла, ничего с собой. В принципе, можно сюда пройти, но это уже не наша база. Сюда мы не пойдем. Это чужая база. Вот. Неважно. Короче, вот здесь вот, на этой лавочке, мы сейчас забросим здесь удочки. Сказали, здесь клюет лучше всего по всему этому голубому озеру. Сейчас мы это проверим. В принципе, удочки те же самые, снастки то же самое, все то же самое. Забрасываем. Я подтяну? Не, пока не надо. Видишь? Я вижу, Миш. Не спеши, не спеши. Как под... О, все, теперь давай. Оп, смотрю, 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 смотрю. Идет, теперь идет, подсекай. Отсекаю, у меня рыбачок тут. Кажется, еще нету. Нету? Ну сейчас перезабросим. Это мелкое. Да, нет. Все, нету. Сейчас перезабросим. Молодой со старым. Все. Сейчас будем еще забрасывать. Вот. Короче, у нас клюет на поплавочек. А у Света там вычитала, маслята пошли. Ну да, сегодня уже выложили, что маслятки уже пошли в лимане. Ну, значит, на обратном пути будем ехать. Будем, друзья, ехать. Больше не подматывать вот там этот стопорок. На обратном пути будем ехать. Обязательно зайдем еще в лес. Посмотрим, маслята, говорят, пойдем. Пошли. Так, почему вы не собирать? В общем, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Еще много интересного. Ну, а мы продолжаем рыбалочку. Хотя первый раз сегодня клюнуло, правда. Вот на поплавочек забросили. Надо на поплавочек нам половить. Да. Ну, сейчас перезабрасываем, продолжаем. Уже опять пробуют. Сейчас скажу, Таня. Миха, тебе не кажется, братан, что не на тот свой стул сел? Друзья, пришли уже с рыбалки. Был стрим. Выходили мы в прямой эфир. Видео есть, смотрите, так и называется. На рыбалке. Голубые озера. Короче, не клевало. И после стрима, и до стрима, и во время стрима. Пытались ловить. Нет, ничего нет. Людей еще много. Вечер уже, 20:00. Мэри мы освободили. Мэри была закрыта. Мэри, иди сюда. Иди. Вот тут у нас картошечка есть печеная. Сейчас будем доставать. Ух, горячая еще. Сейчас будем ужинать. Ужинать будем? Надеюсь, да. Надеюсь, меня покормят. Сказали, без рыбы не возвращайся. Ну, ладно. Вот она пришла. Смотрите, просится. Заходи. Вот уже.
ходит, ходит, где-то бродит. Миша только что бегал, забирал ее. Уже вышла на выход. Вот нас спрашивали домик. Цена 400 гривен. Кстати, я не озвучил. Ну, в комментариях кто спрашивает, я отвечаю. 400 гривен номер в сутки. Это примерно, ну, чуть больше, где-то долларов 13, наверное. Если у нас 1,28 доллар, грубо говоря, 280 гривен, это 10 долларов. А номер стоит 400 гривен в сутки. Так вот, мы там поставили биотуалет. Все это видео я показал, озвучил. Так вот, меня спрашивают. Домик, вот, смотрите, вот наш вход. А вот здесь, вот, ну, не видно сосна. Там еще один вход, отдельно хозяин, вот машина стоит ихняя. Мы друг друга вообще не касаемся, абсолютно. И смотрите, домик стоит, вот сосна, и полностью дом закрыт. Вон сосна, сзади, полностью дом сверху закрыт. Как от солнечных лучей, так и, в принципе, ну, от дождя или еще. В общем, в доме не холодно, дом полностью из дерева. Крыша, стены, все-все-все. Полностью стоит деревянная мебель, то есть абсолютно, и поэтому чистый. Да, как это, знаешь, эко. Да, экологический дом, чистый дом. Да, Марюш, вот сегодня 2 мая, мы вчера приехали, 1 мая, абсолютно не нужен ни камин, чтобы подогреть, кондиционер, чтобы если холодно. В общем, в этом доме будет, я думаю, летом тепло, вернее, летом прохладно. И вот такое осень, ранняя весна будет, не холодно будет, правда, не холодно. Класс. В доме такая температура классная, то есть укрыться вы не замерзнете. Если нет кондиционера, вам жарко не будет летом. В общем, домики хорошо. Мэри, что ты хочешь? Скажи, бегает по мне здесь. Цветочка, так ужинать будем? Ну да. А вы? Я не могу уже ужинать. Ты уже не можешь ужинать? Я так обедала, что ужинать не могу. Хорошо. Ну давай, накрывай на стол, буду я ужинать. А ты будешь это смотреть. А я буду рядом. Мэри, вот она меня все царапает. Ее надо гладить постоянно. Мэри. Что там? Я тебя поглажу. Бери ее, погладь уже. Брать? Бери. Беру. Миша любит Мэри. Занял мое кресло. Моя девочка. В общем, дом хороший, база хорошая. Всем рекомендуем. Однозначно. До воды, до водоема, как я вам показывал, недалеко. Вся инфраструктура, которая так, ну, теоретически понадобится. То есть туалет на базе есть, вода есть, печка электрическая есть. Готовить, то есть кухня есть, готовить можно, туалет все есть, вода есть. В общем, вот там вот на выходе, вот там, вот эти здания, ну, не видно за домиком, там душевые кабины. То есть можно пойти обмыться, горячая вода есть. Я считаю, очень хорошо. Хорошая база. Мы рекомендуем. Рекомендуем? Миш, тебе нравится? Ну вот. Абсолютно не реклама. Мы платим все как положено. Вот как есть, так и есть, так и рассказываем. Так а Мэри что не берете? Мэри, тебя не берут? Не берут Мэри играть. А, Миха проиграл. В общем, я один, компании никакой нет.
можно было бы и по чуть-чуть. Светлана не хочет, говорит, уже объелась. Ой, так сяду так, чтобы на них смотреть. В общем, отдыхаем. Жаль, что нельзя так в прямом эфире, так, опа, и кто-то перенесся, да? Ну ладно, сейчас Светлана подойдет. Свет, ну иди в состав компанию, ну Пасха же. Только кофе или вода? Вот воды напьется, а потом целую ночь ходит в туалет, на двое суток всего хватило. Шутка, ладно. Сейчас уговорю, под такую закуску как не уговорить. Болтался. Света! Я тебя жду. Все, идет собутыльница моя. Как в песне, несмотря на милое личико. Шутка. Хорошо, давай. Музыка играет, люди гуляют, веселятся. А у нас турнир. Уже вечереет. В общем, все, друзья. Спокойной ночи всем. Ну, кто ложится, как будете смотреть. В общем, мы будем... Еще часик, 8:30, уже 8:29. И будем отдыхать, ложиться. Завтра будет еще одно видео. Следующее. Так что обязательно подписывайтесь, смотрите. Сезон только начинается. Самое главное, здоровье всем. Один здесь восьмерки. Зачем ты мне ее даешь? И всего хорошего. Так, а что, я хожу? Или ты? Ты ж мне дала две шестерки, я отбиваюсь. Мама, вы, вы мухлюете? Мам, ты давай это. Короче, дурака играет. Ты меня не обманешь. Все, пока. Взял? Да, я одну взял.